Здравствуйте, Александр, проект «Тихая гавань». Существуют проблемы с местами отдыха в региональных городах. В крупных городах все нормально, там очень высокая конкуренция. Но если смотреть мелкие города, региональные, то конкуренция очень низкая. А если посмотреть относительные цифры, то, допустим, для Тулы на 10 тысяч жителей приходится 8 хороших кафе. А для регионального города на 10 тысяч жителей приходится 1-2 кафе. По другим сферам досуга проблемы, ну, статистика еще хуже. Отъезжаем от Тулы, Калуги, Рязани на несколько десятков километров, получаем большой низкоконкурентный рынок. Конечно, каждый городок – это маленький рынок, но таких городов сотни, и в сумме это больше, чем рынок Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятые. Я предлагаю строительство полноценных зон отдыха в региональных городах, внутри них, которые станут центрами притяжения в них. Это и включает и баню, и кафе, саму зону отдыха. Если посмотреть на объем рынка, допустим, 50-тысячного города, то это 624 миллиона рублей в год. Это только работающее население, которое тратит 1600 рублей на человека в месяц. Для окупаемости проекта за 2,5 года достаточно достигнуть оборотов 39 миллионов рублей в год. То есть это около 6% рынка достижимо. Помимо собственных расчетов, я отдавал проект в разные консалтинговые компании. Все по-разному считают. Среднее – это в районе 3 лет окупаемости, все считали. Пока существуют только косвенные конкуренты – это бани и кафе. Но именно для того, чтобы уменьшить их влияние, я и выношу проект в региональные города, где их очень мало. Конкурентные преимущества – это шаговая доступность, рядышком все, доступность для всех. Финансовая модель, рассчитанная исходя из стоимости посещения 170 рублей в час на человека. То есть каждый может себе позволить в региональном городе. И комплексный подход, все услуги в одном месте. Проект полностью готов для реализации. Если детализация кому-то надо, у меня все есть до мелочей. Сейчас цель проекта – это создать пилотный проект и обкатать его на земле для последующего масштабирования. Я сам организатор проекта, до этого занимался строительством 6 лет, были свои бригады. Потом 7 лет занимался IT-бизнесом. Вот сейчас полностью переключился на проект «Тихая гавань». Привлекаю 40 миллионов рублей, инвестор получает в долю компании пропорционально вложениям. 1 миллион рублей, 1,5% доли, ну и с таким расчетом. Доходность минимально расчетная от 30% годовых. Что еще хотел бы от себя сказать, что это проект не только про зарабатывание денег. Этот проект имеет социальную функцию. Мы делаем привлекательными города мелкие для жизни. Развиваем региональные города, а это развивается страна. Это тоже очень важно, на мой взгляд. Спасибо большое, Александр.